Предприниматели из Тобольска с начала года в рамках проекта «Бизнес-завтрак» запустили уже 13 проектов. Это индивидуальный пошив одежды, организация праздников, общепит и бьюти-сфера. Регулярно предприниматели участвуют во встречах, на которых обсуждают свои идеи, специалисты дают необходимую информацию и помогают доработать проект. Человек узнал информацию, необходимую для себя, познакомился с необходимым специалистом, записывается на консультационно-диагностический прием. То есть приходят, его координируют, что необходимо именно индивидуально для его запроса произвести. Граждане, имея какую-то бизнес-идею, озаботав бизнес-проект, могут получить на поддержку 192 тысячи рублей. После того, как открывают собственное дело, если работодатель создает рабочее место, ему также у нас есть мера поддержки. Лилия Глагольева в рамках проекта открыла бутик-ателье. Ее дизайнерские наряды носят более сотни клиентов из Тобольска, Уфы, Омска и даже Санкт-Петербурга. Я начала разрабатывать свой бизнес-план, сходила в центр занятости, показала его. Он им понравился, они одобрили, и я получила поддержку.